Привет. Привет. Куда едете? Бабушки на день рождения. В гости? Да. Максимка, автобус едет? Да. А ну посмотри в бинокль. Едет? Да. Нет. Не едет? Надюха, какое место занял? Второе. Молодец, звезда. Надя старалась. Надя старалась? Да. Она у нас умничка, молодец. Второе. Но оно рядом, да? Близко. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. А мы подарим бабушке кастрюли. О, кастрюли? Да, у мамы есть такие кастрюли. Мы решили бабушке такие подарить. Ему бабушке понравится подарок. Да. Она вот давно у нас тут, такие хотела. Да, Бэби Борн лежит, плачет. Моя. Ксюша, Ксюша, возьми меня на ручки. Максимка, ну посмотри в бинокль еще раз. Едет автобус? Давайте папе привет передадим. Привет, папа! Привет, папа! Мы знаем, что ты нас смотришь, скучаешь. Мы ждем тебя скорее домой. Да. До бабушки Лены едешь? Да. Сим-сим? Я сегодня ночью только приехала. И опять в дорогу? Да. Надюха у нас в дороге, с чемоданом. Ты хоть его распаковала? Да. Мы чуть-чуть добавили своих вещей. Еще мама купила мне зеленые, синие, большие. У меня зеленые. Что купила? Зубную пасту. Зубную пасту и щеткой? Да. Максим, не облизывай грязь, ты что? Фу. Ксюша, кто там будет? А давай сделаем так. Муа. Муа. Да. Автобус, да? Но это не наш. Давай еще.